начать. Окей, я вас понял. Здорово-здорово всем, кто пришел на Twitch. Потому что сегодня мы стримим где? На Твиче. На Твиче, да. Здравствуйте. Абсолютно никак не связано с Ютубом. Вообще никак, разузнаюсь. С этой. Вот. Да просто так совпало, звезды так сложились и все. Да, боги велели. Боги велели, мы так сделали. Сегодня будет для вас еще и вебочка. Хайп по Сантре. Не забывайте, на моем канале, который, ссылка на которую есть где-то там у Димы, тоже вебочка, только я там еще курю. У меня классный причесон. Можете зайти на страничку ВК, там будет ссылка, да, на Мишку и на меня, собственно, две камеры. Лучше открывайте сразу два стрима и радуйтесь жизни. Так будет круче, потому что мы же не все время рядом будем, шрайо. Да. Так, ну что, в Старбаунте, я так полагаю, что лучше мне, наверное, да? А, смотри, обновление новое мне, говорит, доступно. Я имею в виду хастом. Звезда твоим персонажем. Хастом тебе? Ну, там без разницы, только сервер тебе придется создавать самому. Создамся. Окей. Тогда я жду, пока обновляется. Че, со скоростью 4 метра в секунду, она, в принципе, довольно быстро. Здорово, Дима Громчин. Я могу кричать вот так вот. Могу микрофон вот так вот чутка ближе be happy. Поставить. Тебе там вообще хорошо под пивасик, я смотрю, блядь. Точно кончается. Да-да-да. Так, ну чё, 55 человек у меня. Это, конечно, здорово на старте. 64 уже. Уу! Красота. К вечеру подтянутся. Будем завоевывать Twitch, пацаны. И вы будете первыми спартанцами, так сказать. А через минуту у меня обнова закончится. Можно будет начинать. Мишка, что думаешь по поводу Ютаба? Это говно пройдет. Be happy! Да, shit happens, все дела. А боги велели, вот да, сразу свои мысли по поводу Ютаба. Ха-ха, вебка, бла-бла-бла. В общем... Я соскучился, по-моему. А, чё, кончился Маккефин, слышь, ну ты где, чук-чук? Чё кончилось? Да я Don't Worry Be Happy тут включила, и как-то он быстро кончился. У меня сразу агрессор попил. Ну, вообще неважно, я по своей музяке что-то угораю. Если покатит, то я постараюсь, допустим, чаще и чаще на Твиче стримить. Я хотел запустить такую серию ламповых стримов в гоночках, в евротраке, в стратежках. Кстати, Миш, играл в Цитаделс, из Гринлайта, стратегия про средневековье, таких, знаешь, в лучших традициях эпохи Империи, Варкрафта. Ну, я индюшатник еще тот, ну ты понял, да? Ну, она... А, ну. Окей. Молодец. Не, ну, не скажи, вот ты, допустим, фанат RPG-шек масштабных там и так далее и тому подобное, эпик, киберпанк, но при этом часто, допустим, от тебя слышу положительное мнение о той или иной инди-игре. Ну, знаешь, оно слышится от меня потому, что я, как книги, выбираю их очень, знаешь, так редко, но метко. То есть я должен специально посидеть, подобрать, послушать, что про нее скажут и так далее. И потом уже я скажу такой, ладно, я потрачу на нее 200 рублей. У меня что-то теперь херня со Steam. Надо перезапускать. Короче, у меня, как всегда, все. Все в норме, катаны. Я пока писаю, все создаю. Вон, к Мишке можете перезайти и посмотреть игрушку. Ну, уже процесс создания персонажа вообще, ну, он очень интересный. Прикинь, хочу закрыть Steam, а он мне пишет, закройте Starbound, прежде чем уйти из Steam. Так я, блядь, его нету даже в диспетчере. А, он в диспетчере. Его даже там нету. Забавно. Я поэтому... А где мой стрим? А вы это, по ссылочке, которую увидели у него в ВКонтактике, пройдите чуть ниже, там, знаете, опустите глазки такие, оп, и там будет моя ссылочка на стрим. Ну, вы поняли. Еп. Лагает видео и звук. Моя ссылочка на стрим. Здесь какой? Ну, вы поняли. У меня все нормально. Не, я посмотрел, у меня тоже все, окей. Это сервера Твича. В этом-то его и проблема. Так, пацантре. Вот, блядь, приебалось это слово, пацантре. Слишком громко. Тебя громко?
Да. Еще мы тебя тише сделаем. Че, проблема что ли? Вот ну, может, не тише. Надо, я вроде нормальный. Ты нормальный? Нормальный. Я что нормальный! Что ты громкий. Значит, ты громкий, понял? Так. Короче, быдло стойку своим персонажем выберу. Ник у него будет, прикинь, баффер. Кстати, здесь ник зависит от того... Ну, то есть ник нормально не водить, чтобы я тебя долго в пати не приглашал. Тут же в группы подсоединяются и так далее. А, мультиплеер. Да, да, персы все съебились. Стой. Дима, ты сервер-то запустил? Ну, а как? Нет, даже не А вот ты лаунчер открываешь, точно, да? Точно. Выйди из игры, и в лаунчере рядом справа будет... Ланч, Starbound сервер. Да-да-да. Жди, видите. Пока он просрется, там буквально минут 5. Сделаем еще. Пока у него варпы не пойдут. Когда пойдут варпы, все, можно пускать Starbound. Ну, ты понял. Здравствуйте, а еще тебе нужен твой... мне привет. Феррари, привет. Тебе нужен твой айпишник этот. Угу. Зачем? Хамаческий, чтобы к самому себе подключиться. А я подключусь к тебе. Сейчас я тебе в скайпе напишу, чтобы ты его мог копировать. А у меня на втором мониторе включено все. Не, ну я тогда себе, чтобы копировать, ставить его, перепишу тебе в скайп. Давай. Сколько будет идти стрим, пока не заебемся. Или пока я не вырублюсь, или не захочу пойти еще за пивом. Да, но я все равно буду еще стримить что-нибудь. Ну вот так. Я сегодня весь в Твиче, пацаны. Обмазался им просто. Бэтмен подождет. Все подождет. Я кучу игрушек понакуплял, поэтому будем играть сегодня. Так, ну сервер запущен, он сейчас... Всирается во всем. Угу. Твою суку, мать. Ну да. Тут Твича не так все стабильно, как у Ютуба. Ну, хули. По крайней мере, не на, так скажем, платиновых хаках. Ну да. Ну вот у меня, допустим, пишет ОБС без дропа, все отлично, все идет. 3600 килобит в секунду, но картинка, допустим, начала подвисать. Ну вот у меня, допустим, пишет... Ну я даже не знаю, что сказать, у меня все заебца. Я бесполезен, я знаю. Ты вообще мозг нахер. Я сейчас пуфик вот таким противным звуком поправлюсь. Сервак, у тебя там варпы пошли? Командной строке. Я последний должно быть написано варп, двоеточие, и там дальше много-много всякой инфы не нужны. Nope. Жди. Там написано shutting down world alpha, бла-бла-бла, дохуя цифр. А, подожди. Ждем. А, ну да, все правильно. Тара-та-та-та-та-та. Привет, Дима и Миша от Ичи. Привет, Ичи. Как там ваши вавилонские беседы, Ичи? Мишенька, как дела? Ну, вы... Да, я слышал, я прокомментировал даже. Ребят, ну, судя по музыке, по моему фейсику, прическе и пиве в кружке, у меня все отлично просто. Отлично, брат. Отлично. Ничего плохого быть не может сразу. Ну-ка, твой стрим тоже включу. Попырю. Реклама, реклама. У тебя на стриме реклама. Фу. Адблок поставь вообще, да? Не, а как мы зарабатывать будем тогда? Ах, точно! Нельзя ж. В этом все. Я говорю, мне надо усики отрастить, чтобы челка к месту была. Ага, такие, знаешь, которые в ширину носа. Ну да, на два пальца. Да-да-да. Тарац, тарац. Вот, 94 человека смотрят, у меня 10, у Мишки, а подписчиков почему-то у Мишки 7, а у меня 39. Ну-ка, давайте, пока мы вдупляемся, подпишитесь. У тебя там сервак варпа не пустил? Да нет, он пишет шатинг, да, World Alpha, все, больше ничего не делает. Ну все, запускай, значит, игру саму уже. Да? Да, похуй уже. Ну ты понял. Я не хотел этого говорить, меня заставили. Все нормально, это пиздеж провокация. Лани Старбаун. А, это игру, когда включаю, смех такой. Да. Такой, штырило! Забавно, чё, забавно. Так, ну давайте я вам, наверное, включу уже.
Full screen, accept. Вот, теперь у вас игрушечка. Так, мультиплеер. Давай создам персонажа по-быренькому. Создаю любого. Ну, да, так. Я за человека. Я тоже за человека. Космос с земляном! Ну, ну вы поняли, ладно. Ее, детка. Да-да-да, именно так. Сигуленька. Почему у меня пацаны получаются, как бабы, блин, я не понимаю, что за херня. Так, тут есть... Тут есть чувак с бородой. Вот, я хочу чувака с бородой. Такой просто мудло. Окей. Мич Смэ... Ай, блядь. А переименовать его нельзя, да? Можно. Как? Вводишь и это, бэкспейс. Не-не-не, а когда создал уже? Нет. Окей. Имя мне скопируй тогда его. Я нового создам. А удалить старого я не знаю, кстати. Я тоже не знаю. Обновление удалит, все нормально. Задержка здесь, кстати, меньше, чем на Ютубе. Да? Угу. Baby. Так, имя мне Легион. Помидор имя. Да, помидор. Поме? Помидор. Так. Создал? Адрес из. На свой адрес, который я тебе скинул в скайп, вводи и все. И джойнится. Пароля у нас нету. А все увидят его, да? И тоже смогут заниматься. Поэтому я выключу. Только сейчас. В случае, если они подсоединятся к нашему хомячику, который запаролен. А, ну да, точно. Вот видишь, все-таки ты иногда полезен. Прям совсем иногда. Это так мило. Что я даже убью тебя последним. 189. А пароль? Нету пароля, да? Нет, пароля нет. Соединяйся. Джойнишься? Джойнись. Все. Так, осталось на весь экран еще раз. Потому ну что после альтаба почему-то фуллскрин спадает. Помидорка? Помидор просто. А, помидор. Окей, я сейчас тебе добавлю. Тут как-то можно... Вот, да. Альт нажимаешь, и ник высвечивается. Помодор написал, там, гений. И я тебе это добавил в группу. Красавчик. Все. Прими только. Ага. Знаешь, что можешь сделать, короче? А, стой, сейчас я посмотрю, какая у меня планета. И какая у тебя там планета заодно. А, так, на разных типах, планета... да? Да, мы на разных планетах. У меня лес. Лесная планета начальная. Сейчас с на корабль прилечу. Beam to ship. Здорово, Димусь. Здорово, здорово. На, нахуй. Нельзя, черт. Так, топлива у тебя тоже нет. А, слышь, у тебя та же планета Альфа-Мухера. А, Альфа-Мухера носа, да. Альфа-мухера носа, пошли вниз. Стой. Мне надо как-то в свою, на свой корабль попасть. Сейчас, секунду. Слушай, а где задание смотреть все? Так, complete, in progress, shop, shop это class. Корабль, it's time to search the planet for fuel. А. А, слушай, мы на одной планете. To survive down the hill, need tools to... Димус, они okay, пакетцы. Понятно. На одном корабле, ну ты понял? Не, ну это круто. Да. Что мы на одной планете, это круто. Видео лагает, NGS пишет. А это, ребятки, все сервера. Так что вы не обессудьте, но такая вот херня, она может иметь место, да. О, здорово. Здорово. Итак, так мы с тобой на одной планете, ты что делаешь? Ну, а, здесь же домишко будет, поэтому можно. А, ты хочешь сразу на респауне домишко делать? Ну да, чтоб тпшиться в дом сразу, че. Окей, тогда ты давай основу снимай, а я фон буду снимать. Давай, добро. Вот, у некоторых не лагает. Нет, это все-таки стандартные проблемы, которые были и на Ютубе. То есть для, для кого-то сервер доводит все в идеальном состоянии, для кого-то нет. А у кого-то просто тупой интернет. Еп. Такая бывает. Че, пацаны, 108 человек смотрят. Ну-ка, подпишитесь. Мы здесь часто будем. И на меня, и на Мишку подпишитесь. Против не будем. Наоборот, даже за.
Особенно, если кто-нибудь загоняет меня за пивом. Но я ленивый, ладно. Так, ну чё, деревянный дом будет или какой? А, я предлагаю каменный, обожженный камень и обшивочку внутри деревянную. Сложная, в общем, конструкция. Бэкграунд, да. Знаешь, как копать? Да, да, правая кнопка. Я же говорю, поиграл сегодня. А, как-то упорото этой хуетой дерево рубить. Конечно, ты чего ожидал, сейчас я тебе помогу. Ой, у нас еще деревья с тобой нормальные, а не глазные. Блин, вот сегодня жалко, конечно, персонаж удалился. Я сегодня создал и появился дерево прямо рядом с этим, как он. А в какую сторону упадет, интересно? А кто первый начал рубить, постел? Да, значит. Твою. А, нет, смотри. Ха-ха, все, сосай. Поебитель по жизни. Пошли дальше деревья копать. Да подожди, нахера? Давай сразу создадим то, что можем создать. Зачем? Кирку надо создать в первую очередь. Ну, камень же есть. Стол, кирку, да. А, не, камень надо дохера. Сейчас все сделаю. Ребят, подписываться здесь кнопочкой follow. Так вот, создал персонажа, он появился в этом мире рядом с тюрьмой заброшенной. Это так круто было, блин, реально огромная тюрьма выстроенная. Там зэки ходили с огнестрелом, с некоторые с... А может, это наемники, они зэки были? С лопаткой. Какие-то, хрен, некоторые в камерах сидели, понимаешь? Ну, то есть видно, что зэки как бы схватили. Либо бомжи, либо зэки. Вот, и что меня обидело, то что они некоторые были с этим, с огнестрелом. А я их когда убивал раз с пятого, с четвертого, я этот огнестрел не мог подобрать. То есть, ну, он не падал. Ну, там рандом вообще разные. Там вообще копья, по идее, падают. С боссов обычно убивают эти всякие охренительные автоматы. Гребик, вот, про который я тебя разговаривал, он выбил недавно автомат, который стреляет пулями со смещенным центром тяжести. Они под 40 градусов идут друг от друга. Охренительно. Ну чё, иди. Ну, итоге... я вот, допустим, себе уже сделал все. Ну, а я деревья рублю, копаю. Тебе удобно? Без топора, без ничего? Пока да. Ну, долго знаешь, 96 же. Штук уже накопал. Долго же, жутко. Ты чё, до ночи ещё до хрена? Так, всё, я иду к тебе. Уверен? Или мне лучше здесь... Контакте, пока там, я сейчас столик сделаю пока. Ой, наемники! Справа от нас наемники, беги нахер. Круто. Ой-ой-ой, я просто не знал, кто такие. Теперь не очень-то и круто. Так, они... О, бляха-муха. Пошли, сука, падла, отсюда. Метлой ссаной вас отгонять буду, помогай давай. Там еще сверху кто-то, блин. Да, какая-то херня нас сверху. Птица хуится. Так, меня сейчас чуть не убили. Мне надо на корабль. Все ровно. Ох, убил ты, их? Я что-то подобрал, да. Ну, блин, посмотри. Знаешь, что не хватает? Освещение? Не-не-не. Двойного прыжка. А, нет, так... он будет там Rocket Jump. Ну, не Rocket Jump, а эти... А, ты бандану подобрал, понял. Mm-hmm. Да, она тебе дамаг немного. Ой, тьфу, защиту немного увеличила. Сейчас, погодь, я для квеста твой столик стырю и поставлю его заново. Давай, давай. Ага, все, требуется мясо. И хер бы с ним. Ух ты, ёпту. У тебя там что-то агрессивное, я слышу, да? Все ровно. Окей. Музыка так. Такая еще. Да-да-да-да-да-да-да. Это у тебя, у меня это. У меня все ровно. А, вот если бы все стримы были в это время, то было бы круто. Но, возможно. Нет. Может и нет. Так, я, короче, здесь немножко еще вниз опущу. Дим, ты, короче, лагаешь, да? У тебя? Да, лагаешь. Скайп совсем расстраивает меня. Угу. Но ты у меня не лагаешь. Хрень какая-то. От свежих газет пусто. От свежих газет пусто? Что это, песня какая-то? Ну блин, чай уже, ты что? Дима, передай мне привет. Сегодня я сдал экзамены. Но сдал, всё, пишется молодец. Через С, явно не по-русскому сдавал. Но привет тебе, чувак. Иди пей. Разрешаю. Ну, маму все равно спроси, можно ли.
с ней выпить. Вау, этот экзамен сдал, да? А, Дима, я болею, скажи мне, пожалуйста, будь здоров. Будь здоров, чувак. Не болей. Нет. Вообще никто не болейте, не хворайте. Скоро Новый год, не время. Да, вы все равно будете праздновать его в одиночестве. Все равно в январе заболеете. Угу. Так и голодать начал, короче. Так, ну чё, равничком. О, а я палатку нашел. Да ладно. Да, и кэмпфайр. Чё, не из дерева, да, херачить? Дим, ну у меня бочка личная. Там еще справа одна, кстати, есть, где наемники были. Хочешь? Вот, да, как бомжи погреемся. И вот тебе это, спальный мешок. Можем мы вместе поспать, если хочешь. Мне вместе нельзя. Ну тогда я ХП восстановлю. Да, мне тоже не помешает. У меня меньше половины. Занято! Я часовой первые два часа. Я стражу. Я не усну, честно. Стражевых должно быть двое. Если одного убьют, второй подостривится. Смотри. Окей. Это правильно. У кого-то не лагает, у кого-то лагает. Не, ребят, это как думаешь, всегда. Серьезно, так, на так. Победу? Да, что-то ж сколько я не спал. Каким персом ты в доте любишь играть? Ну, вот, начну скоро стримить на Твиче, доту увидите. А? Кем кивить? Съебывай нахуй с палатки, дай мне лечь. Я подумал. Единоличник херов, давай. Ладно. Вылечился там, небось, греется. Бачок свой отлеживает. Слышь, не звезди, я пошел вторую палатку добуду, раз ты сам себе не можешь ничего добыть. Давай. А кто сторожить меня будет? Ночь, она ведь такая. Ага. Мокрая, дождь идет. Мопы. Ах ты, сука, падла. Он, а кто-то пишет, что у меня лагает, а у Мишки нет. Ну, заходите вот на Мишку смотрите. Слушайте, может у меня все-таки лагает у некоторых из-за того, что я записываю правильно, хотя не должно. Как я спиздил себе свою собственную палатку и кемпфайр, что ты вообще оказался бесполезен в группе, хера не добыл для себя. Пойду свою поставлю палатку с своим блэкджеком и кемпфайром. А я сейчас кое-что сделаю. Надеюсь, так, это поможет. Правая она для пацанов, левая для Дим. Хочет, я остыл. Где ты палатки ищешь? Ой, находишь, точнее. Так легко и просто. Это скилл, Дима! Тебя там какая-то портовая шлюха снабжает, я знаю. Я люблю шлюх. Еще криво поставил, вот совсем тебе еще доверить нельзя. А какой Миша канал, Military Skate? Ну все, бомж-дома готовы. По-моему, а, знаешь, как это... довольно круто все. Ну да, нормально. Все, так и будем жить. Пацаны, а у меня не могу Мишкин канал скинуть. Ну да, пацаны, давайте я просто скину вам название, и вы вместо PZR Team вставите его. Вот, yep. Держите. Да, так будет проще, чем... Там у меня музяка играет, там я прикольно причесал, не хватает гитлеровских усиков, и все. Но, увы. Блин, мой короче, стрим... ты заебешься запикивать эту трансляцию. А я не собираюсь запикивать. Мой стрим у меня лагает. У меня теперь есть предположение, почему. Угу. Может, из-за того, что я связал лаг с Ютубом, он туда тоже пилит. У тебя на Ютубе идет стрим? Нет, вроде как. Но связь с аккаунтом есть. Может, сохранение, хуй его знает, на самом деле. Я тут еще параллельно этот Mass Effect догруживаю. Просто OBS не показывает ни потери кадров, ничего. Все идеально. Ну, значит, их нету. Значит, у людей лагает. Не, ну у меня тоже. А твой стрим идеально идет. Хотя я не в 1080, а в 720, так же, как ты. Херач. А разрешение? Ой, это full bitrate. 3500. Ну, максимально допустимый. У меня 3. Ну, а думаешь, из-за этого, может? Не знаю, Дима, зачем. Теперь здесь будет видео, Дима, а? Ну, объясни людям, что случилось с Ютубом? Что будет с нами всеми? А я сейчас у себя перезапущу стрим, ребят.